Город Лайф, и мы продолжаем. И сейчас у нас в студии руководитель сети магазинов кухонной мебели Алексей Шух. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, давайте познакомимся с вашей продукцией, что это за кухни, то есть на кого они рассчитаны, на каких потребителей, из каких пород дерева, из чего делаете? Ну, наша компания занимается изготовлением продажей и установкой кухонной мебели на заказ по индивидуальным размерам клиента. Мы делаем мебель абсолютно любую, из МДФ, массива, из ДСП, может быть, каменные столешницы, стеклянные стеновые панели, скинали, как угодно. То есть на любую фантазию, на любой вкус и на любой бюджет, да, правильно я понимаю? Давайте тогда поговорим о модных тенденциях, чем сейчас занимаются ваши столеры, ваши рабочие, что больше всего заказывают и дизайнеры, что проектируют? Ну, сейчас больше всего популярны интегрированные ручки на кухне. Это когда практически нет ручек. Вот, белые цвета до сих пор, то есть 2019 год и 2020 год, оба года популярные белые цвета кухонь. Сейчас входят в моду черные кухни с каменной, с деревянной столешницей. Вот. Ну, а так до сих пор самыми модными и популярными кухнями это белые кухни с интегрированной ручкой. Что касается ручек, существует ли у вас защита от детей, для животных какие-то вот механизмы, чтобы не прищемить, так скажем, лапки? Да, конечно. Если механизмы идут с заводчиками, автоматически идет защита от детей. Везде. В любой компании, это компания Bloom, компания Amix, везде уже это автоматический стандарт. А где заказываете материал, где изготавливаете кухни? Расскажите об этом. Ну, мы имеем собственное производство на территории Калининградской области. Также мы имеем транспортную компанию для доставки комплектующих. В основном комплектующие из Польши, немного из Италии и Австрии. То есть, можно так сказать, наши ближайшие соседи. Вот, что касается того, что вы заказываете все-таки иногда комплектующие у соседей, сколько срок изготовления кухни? Срок изготовления кухонной мебели 45 рабочих дней, это 2 календарных месяца. Для фасадов, когда фасады из натурального дерева, срок немного увеличивается на 2 недели, это 2,5 месяца. Не могу не спросить, как вы пережили пандемию, потому что многие из моих знакомых, они остались дома, они начали заниматься поклейкой обоев, ремонтом, в том числе и установкой каминов, вот кухни как-то стали активно покупать в это время. Ну, за то время, когда все магазины были закрыты, наши дизайнеры отдохнули, во-первых. Во-вторых, перешли на онлайн-работу и много консультировали клиентов онлайн. После того, как магазины открылись, мы, можно сказать, за первые полтора месяца наработали все, что мы сидели дома. То есть многие клиенты ждали, пока откроются наши магазины, для того, чтобы заключить договор, можно сказать, последнюю подпись сделать, а так мы все делали онлайн. То есть вы ничего не потеряли? На самом деле нет. И сохранили всех работников? Мы даже взяли новых. То есть вот это вот самое главное. Ну что ж, расскажите о ваших планах предстоящих, какие витки развития, может быть, дала пандемия, может быть, наоборот, отодвинула какие-то планы? Ну, мы планировали в 2020 году открыть 2 своих новых магазина. Один центральный магазин в Калининграде и один магазин в городе Советск. Эти планы немного отодвинулись, так как не можем сейчас прогнозировать потребительский спрос. Вот, отодвинулись на 2021 год. Весной будет открытие 2 магазинов новых магазинов нашей сети. В отличие, вот возвращаясь к кухням, в отличие от советских времен, где был выбор достаточно ограничен, сейчас главная проблема – это то, что выбора очень много, и клиенту, покупателю очень сложно сориентироваться и понять, какую кухню он хочет. Вот как происходит ваша работа, то есть приходит клиент, вот даже я на примере себя, иногда даже сложно понять, что ты хочешь, что происходит в вашем офисе? Опытные дизайнеры подскажут вам, разработают несколько вариантов проектов, вот, и вместе с нашими дизайнерами можно будет сразу изменить этот проект, покрасить его в цвета, посмотреть, как это выглядит, вот, интересно или нет, перекрасить, посмотреть другие варианты исполнения вашей кухни. То есть мы подстраиваемся под каждого клиента, помогаем, конечно же, в выборе. Это много вопросов каких-то задается, да? Конечно, мы задаем как минимум 60 вопросов по поводу всего на кухне, по поводу каждого ящика, каждого элемента, механизма, цвета, материала, всего-всего.
А еще вот по поводу моды в кухнях. Есть ли сейчас какая-то тенденция, может быть, на большие семейные столы, там, может быть, на семейные какие-то обеды? Или сейчас минимализм в кухнях развит такой? Ну, больше минимализм. Вот интегрированная ручка предполагает, когда нет ручек, все минимально. Вот этот минимализм до сих пор очень популярен. И в нашей фирме, наверное, самый популярный. Каждый третий заказ у нас идет вот такой, с интегрированной ручкой. Что касается, понятно, мебели, да, кухонной, но все-таки еще существует техника, и понятно, что ее приходится тоже подстраивать под вашу кухню. Как происходит вот это вот слияние все-таки техники и кухни вот на едином пространстве? У нас есть партнеры здесь, на территории Калининградской области, которые торгуют техникой. Мы, так как мы их партнеры, мы даем скидки на приобретение бытовой техники, встроенной техники. А также наши партнеры, продавая бытовую технику, дают скидки на приобретение кухонной мебели в нашем салоне. То есть, придя в ваш салон, человек может также выбрать бытовую технику, которая необходима. Да, и получить еще на нее скидку. А что касается гарантии, все-таки вот понятно, что вы сказали 45 рабочих дней, а после как обслуживание кухни происходит? По российскому законодательству гарантия на товар 2 года. Мы же даем гарантию 5 лет на товар. Некоторые системы у нас имеют гарантию 25 лет. Это, например, все выдвижные ящики с доводчиками, они имеют гарантию 25 лет. Также открывающиеся механизмы фирмы Bloom, вверх открывающиеся, тоже мы даем гарантию 25 лет. Что касается людей, которые все-таки, понятно, что онлайн многие магазины сейчас переходят, но есть люди, такие как и я, в принципе, которые любят потрогать, пощупать, посмотреть глазами своими, вот именно цвет выбрать, именно глазами. Где можно посмотреть, существуют ли у вас выставочные образцы какие-то? В каждом нашем магазине, конечно же, выставочные образцы кухонь, выставочные образцы фасадов, как минимум по 70 фасадов находятся разных в каждом магазине. В каждом магазине все образцы столешниц, материалов, каменных столешниц. Все есть в любом из наших магазинов. Правильно я понимаю, что вы, в принципе, можете на любого заказчика выбрать любую кухню, изготовить под него, да? То есть вы и с вензелями не только же простые кухни заказывают, да, по-своему, простые фасады, но и вензеля какие-то вот в 19 веке стиля, да? То есть заказывают тоже? Да, конечно, классические кухни никогда не выйдут из моды. Мы можем сделать и деревянные фасады, пилястры, короны, все что угодно. Хорошо. Ну и расскажите, где вас найти? Адрес, телефон, Инстаграм, может быть? Ну, в данный момент у нас 3 магазина. Проще всего позвонить по короткому номеру телефона 777-997. Также, конечно же, у нас есть Инстаграм, Контакт, сайт во всех социальных сетях. Можно просто в Яндексе набрать «Кухня Ника Калининград», и первая ссылка будет наша. И то есть там сразу можно выйти на вашего дизайнера, вам это... Да. Все ответят. Да. Ну что ж, в нашей студии был руководитель сети магазинов кухонной мебели Алексей Шух. Ну а после небольшой рекламы мы вновь поговорим об...